Что это? Это еще лекция про арестку. Что за коробка? Влад. Сейчас скажу им все. Саша, вообще-то рабочий день кончается и через полтора часа, а не через полчаса. Если ты не знал. Девяти до девяти жив. Ну, сказали до девяти. А сейчас 7:31. Это по Украине. Это ты в Украине. Ну, во всяком случае, по моему времени кончается тут 9. Через полчаса 10. Через полчаса по московскому. По Москве идет. Сергей, ты из Украины? Да. А область? В Волынска. Ебать. Чё? Ну я типа очень близ. А где ты? Ревненска. Это я с Ревненской. Не, я не. Ну, типа, це я живу так-то в Львівській області, но ну, типа не прям в Львові, а в Львівській там. Ну я в Луську живу. А я в Луську. Я в Луську живу. Дайте похавать, я сумру, серьезно говорю. А так ты бы сказал, что слишком, а нас не слишком много для этого. Нормально. Куча коробок будет. Не, короче, будет 16 уголь. Смотрите, МЦСЦ сегодня жаловалась, что не приходят сотрудники на собеседование. Давайте все вместе. Реально, она на собрании сегодня... Да, по-моему, не выделяем сотрудников. Подожди, стой. Подожди. Давайте в МЦС. Блин, нам бы патрульные машины нормальные, а не вот те, блядь, стоят, которые. Короче, кто отправится в МЦС? Нужно отправить. Я хочу отправьте меня. Езжай, МЦС, в МЦС. Дай цикл поесть, серьезно. На мотоцикле езжай. Я тоже хочу. А пусть ему кто-то еще один поедет. На мотоцикле давай, едьте. Давай. Кто хочет на мотоцикле в МЦС? Давай. Я на мотоцикле сижу. Я за пассажирской сяду. Да только поезд, договорились? Не, я... Короче, садись. Кто там говорил то, что на это едет? Почему это я должен быть? Кто говорил? Сергей, стой, остановись. GPS. На мотоцикле же можно. Что, МЦСС в GPS это что? МЦС в GPS. Больница какая-то. СФ. СФ? Все. Поехали, Богдан. Садись, все. Дашь только поесть потом. Лучше сказал. Не, ну у меня есть только... Да, я по дороге тогда заеду, куплю еды, потому что, чтоб не умереть на этом. Давай заедь, мне тоже нужно. Тогда наверх поехали. Можешь сказать, как мне твое отделение, я оружие возьму? Загоняй, а я сейчас... Да ладно, уже без оружия, ты просто так, постой как чисто. Мотоцикл можно взять на эту херню? Ян. Ладно. Короче, берите, да? Этот Тони где ты? Тони. Саша, ты куда? Саша, куда ты поехал? Мы все за тобой поехали. За кем? За мной ехать сейчас будет? Какой нахуй Саня, блядь? Будь здоров. А ты чихаешь. Так, я на мотоцикле. Где сота ты где? Стройтесь вот здесь. Я в машине. Хатачи. За мной строитесь тут. Выезжайте и строитесь тут, короче, вдоль этого. Все, строить. Становись. Строить. Ну так кто там толкается? Стив, блин, ну реально, власть. Я тебе говорю, не садись за авто, ты уже задолбал. Татащи, власть. Поехали за мной. А Тони Сота на АЗС высадите, он этот возьмет. Арендованную. Арендует машину. Кого Сота? Да блин, ты задолбал, Стив, на тебе.
Вы можете не, блядь, не таранить друг друга, вы же как маленький. Да это Стиву скажи, он, но на Стив, рыбаке блядь, вот сука, блядь, рот твой топтал, где вот, ты? Вот смотри, снова меня толкает. Дай ему выговор за нон-РПшность. Чтобы знал, чтобы не водил больше, как кривой. Это вот, ты понимаешь, когда нету человека в Дискорде, придется вот так вот писать, я это раз 50 уже говорю. За мной едем все. Вот снова меня таранит. Блять, как он затрахал, нахуй. Выкинь ему шипы, блять. Я шучу, не надо. Нахуя? Ты выкинул? Блять, нет, сука. Блять, ты пиздец. Пацаны, какая команда шипы выкидывать? Никакая, блять, там надо кнопку нажимать, блять, на клавиатуру. Сука, выкини шипы, я тебе, блять, дам нахуй выбрать. Не, просто скажи, какая кнопка, чтобы я... Скажи просто, какая кнопка, чтобы я... Блять, два. Вы му... Кто сказал, блядь, пиздата? Два на нумпаде или на клаве? Чтобы на клаве, на клаве. Два, блядь, на втором яйце, блядь, на яйцо нажимаешь нахуй, блядь, и все. Как заехать туда, на этот? Туда, подожди, как в аэропорт сам заехать? Как? Спасибо, блядь, Стив таранит. Это тоже не лучше. Как заехать туда внутрь аэропорта, подскажешь? Да, только если там вот прыгнуть, там... Давайте прыгать через ЛССР. Через туннель, да? Дорогу. Чё, через туннель поедем прыгать? Да. Так туда как-то можно заехать, подожди. Нет, как нельзя. Можно заехать, ты мне, блядь, подожди, нет, как-то можно. Короче, блядь, сейчас тормозите вот тут на входе в аэропорт. Мне ебать! Кажется, через о, этот на спидхаге ебашит, и вот почему у него машина проседает, сука. Сейчас подождите, встаньте там пока что. Кто это, блядь, у нас? Давайте стопаем. Патрульная, его, Саша, блядь, Вейдер, ты нахуй за патрульки сиди. Саша, стоп. Нахуй, у тебя спидхаг, я не понимаю. Где ты носишься, блядь? Я пинг скачет. Я уже думал, блядь. Сука, подождите, блядь, стой. Секунду открою. Блядь, я не знаю, просто... Да, блин. Олег, что ты делаешь? Не толкай меня. Сейчас я найду. Лож... Олег, успокойся. Чего меня двое толкаете? Я же тебя толкаю. Видишь, парень? Сейчас двоечку нажму. Тони, за помощь для собеседования. Что ты делаешь, Олег? Я тебя не толкаю даже. Ты должен провести две помощные собески, будет 2 балла. Все, успокойся. А сегодня уже вторая собеска будет? Саша, дай мне руль, потому что я не могу не ожидать. Два вокруг. Будет собеска. Ну и где вы? Где вы? Где все, давай. Сейчас мы, я по ВВ поедем сейчас там тогда прыгнем. Там поехали один, прыгнем, поехали прыгнем. Да ну нахуй прыгать, мы потом не выйдем, я орелок. Поехали. Половина не долетит, понимаешь? Да. Те 3 дня это легко. На мотоках надо было ехать. Но не хотел бы. Вот, все, едем за мной. Да блин, едем. Ты задолбал. А, это Хитачи уже. Я подумал, это снова система. А, напишите, что мы нарушаем юридикту по причине тренировки. Огонь. О, охуе. Кто это с тачкой? Отдай другому руль. Саша, другому руль, блин. Не подрезай, Ян. Ну, что творить? Уху, спидхак, блядь. Отжимай. Блядь, это все машины? Подожди. Да мотоцикл. Спасибо, блядь. Да я тебя не толкал, это пинхой жёстко. Естественно, въебал в жопу. Пиздец, а я куда возле... вы все нахуй улетели? Подожди. Где Тони, я блядь? Возле... А Тони, мы уже мост доезжаем. Ебать, давайте быстрее. Мы гоним тут по 140. Мы идем.
Да чё ты раньше? Чё ты раньше не сказал? Резкое торможение, реакция. Да резкое торможение. Ебать вас в уши, блядь! Как вы меня заебали! Если сейчас кто-то следит за этим, просто ор. Господи, видим. Вы знаете, вот такси 4-5, там все части, там вот они так же, они вот тормозят и... Ай, я просто. Там, наверное, Инфернос просто офигел. Тупо сносим эти грузы. Только сносите их нахуй. Бля. Слетел. Тут пиздец, не тренировка. Там все, блядь, сдохли или кто-то... А, живые все, нихуя себе. Да есть, Денис. Блядь, как давай, даже... Давай, Тони, мы с тобой едем. Ладно. Тони, давай, давай, давай. А, четыре патрульки. Так... Есть, есть. Главное, что четыре патрульки. А все дальше похуй. Один. Ебать, да, вы меня, сука... Дальше. У меня тупо тпхайтесь вы, блядь. Я еду, нахуй, за... Блядь, только не мясовозка, пожалуйста. Мясовозка жива, слышишь? Вы, блядь, можете колонны ехать, нахуй вы друг друга? Инг, найс. Инг, найс, блядь. Инг. Так, ой, рассинхрон, блядь. Так капец, блядь, это и пинка. Мясовозка. Вот чего мне не хватало. Побыть, блядь, под мясовозкой. Меня, чтобы вы понимали, меня развернуло, меня сбили 4 машины. Чтобы вы понимали, меня сбила патрульная машина, вторая патрульная. Переехал этот эрефейтер, вот этот, короче, вот эта машина, мясовоз. Что, братан... Сука, не лети, пожалуйста. Чего у меня подъезжает? Я просто проехал рядом. Вы можете Тони не трогать, у него и так машинка маленькая, блядь. Ну вообще кидает по всем сторонам. Так ему надо, так это он будет преступника отыгрывать. А где машина, это мясовоз, который? Блять, вы можете. Тони улетел! Тони улетел. Не трогайте, пожалуйста, не трогайте Тони. Пацаны, у меня уже машина горит. Серьезно? Он идет. Давай, давай, посидим. Стойте, стойте все. Куда вы приехали? Да, стойте. Блять. Тони, давай, а, вон она едет, блядь, этот ефрейтор. Сейчас он врежется, блядь. Нет, по миллиметр. Ебать, там сзади тягач. Едем, ну. Пацаны, едем дальше. Едем до аэропорта Элва. До аэропорта Элва. А мы доедем? Доедем, блядь. Я очень на это надеюсь. Спасибо. Спасибо! Вот чего не хватало теперь. Сейчас он выпадает. Там тягач охуевает просто. Что происходит такое? Что это за хуйня, блядь? Вот сейчас-то какой мафии там захотят лидера похитить? Там один на этой машинке едет, все такие залетают сразу. Нету мафии. Ян, в этом норме? Найс, одна патрульная перевернулась. Нет, не выходи из машины, мы её перевернём. Пацаны, садитесь ко мне. Трас, садись ко мне. Переворачивайте тачку. Толкну, всё, садись. Тачку! Тачку её. 30 секунд, давай. Тачку заберите. Я забираю. Подожди, а где еще тачка наша патруль? Олег, садись в машину. Поехали за мной. Сейчас пока. За мной едем на БК. Паша. Где Олег? Олег где? Боже, Ян, как тебе не стыдно? Ты... По IP. Да я понимаю, мне надо, чтобы он скинул свой IP. Олег Аллигатор? Все, я скинул. Сюда едем. Сюда едем. А как может Олег Аллигатор? А нет, не надо, не едьте, неправильно. Там есть заезд, оказывается. Не едьте. А как Олег Аллигатор может проверять отчеты, если он бан IP? Он не бан IP. Да. А кто сказал, что он бан IP? Я сказал, у него бан IP. Так вы ее вынести можете, выносите ее. Там сказал, что разбаним там. Его разбанили. А, нет. Ну, вообще-то мы не можем ее вынести. А почему нет, не открывается? Можем. Раньше можно заезжать.
Так, теперь закрыли попку. Поехали на аэропорт тогда. Пускай этот на Бесовский пиздолется. Поехали на этот, на аэропорт такой заброшенный. Тренировку проводим, сука, сколько, блядь, лет. Пару лет проводил. Как нас аэропорты подводят, сука? У меня уже на машине нету ничего, просто ни дверей, ни капота. Ты у Тони спроси, как у него самочувствие, там у него машина вообще кипит. Мы тренировку один раз проведем, покажем, и все. Тони, как радиатор? Бля! Бачок поти. Ой-ой-ой, не врежь. Кирилл, посмотри просто за мной. Кирилл, ну смотри за нами. Кирилл, смотри за мной, подключай. Это такси 6 будет. Такси 6. Это спойлер тебе из нового фильма. Мы фильм снимаем, такси 6. Такси 6, давай, это делаем коробочку. Да. Коробочка. Блин. Что задолбал? Да нету понятия в Америке мусора сосать, может не орать, не писать в чат. Лика, ты можешь мне танк выдать? РПШ. Да, танк в коробочку. Коробку. Коробку. Можешь? Коробку? Да, мы, ну, для тренировки можно дать? Какую коробку для... Машину ему почините и все. И отстаньте от него, он не нужен. Танк. Зачем тебе танк? Ты сумасшедший, что ли? Ну, коробку с танком. Коробку с танком. Ты как себе это... Как ты представляешь вообще себе это? Чтобы, блядь, танк. Там просто будет не минус танк, а минус коробка. Ну да. Просто пострелять будешь из этого. Нахера мы машину вот эту мясовозку взяли? Не получилось, ты портал. Не получилось, ты Тараса Шевченко, я помню, мне дело было. Тарас Шевченко, как дела? Гастарбайтер. Гастарбайтер. Это психи. Что ты делаешь, блин, Зевс? Чисто не туда надо, а вон где бока. Должно быть 4 патрульных поли... 4 патрульных машины. Я вижу только монстр. Монстр, то есть. Маленькую патруль, маленькую машину. Где 4 патруля? А, мы не в том месте припарковались. Мы чуть-чуть дальше поехали, ребят. Вот. Мы туда поехали. Едьте со мной. Блять, а меня забрать не. А, все, они сюда едут. Чем занимается Джей? Строите вот так. Один в машину садитесь кто-нибудь. Зевс в машину. Хитачи сидит в машине. Я уже просто не могу это всерьез воспринимать. Я тоже не могу. Олег, машину сторожи и сторожи. Сторожи, блять, похуй. Этот Хорчен. Это. Саша Вейдер. Строимся, короче. Да, вы знаете, блять, как в коробку, да? Нет. Все, коробочка, пацаны. Это 100% вариант. Все, знаешь, так хочет в департамент написать, сота отдыхает на связи Аниши. Все, Тони, ты не уедешь. Я тебя остановил. Моррисон его остановил. Давайте сейчас репорт на Моррисона все. Давайте все вместе репорт на Моррисона. Какой у него ID? 479. Все, я написал репорт. Четыре семь девять же, да? Олег, вставай. Да вот... раз ты чё, офигел? Да. Олег, да. Олег, справа 4, 7, вставай. Справа вставай, Олег. Зевс слева. Так, Аниша Хитачи. Сзади машина. Мне написали, Хорчик что спереди. Мотоциклы уйдите. Да, мотоциклы уйдите. Все, мотоциклы вот так вот. Мне написали следят. Все, тренировка так окончена, написали. Так, а можно получить тачку, блин?
Давайте, едьте, едьте. Так, нет, стоп, стоп. Сука, не давите меня, блядь. Уберите! Нет, офицер. Смотрите, отпускайте Тони. Тони сейчас едет, и вы так должны в движении сделать. Отъезжайте от него, дайте ему разогнаться. Так, не я, а команда... Да, все, может. Только, блядь, меня забыли, ну похуй, Яна забыли, ну похуй. Главное, чтобы вы, блядь, сделали. А, все, мы это, хлопанули. Хлопанули его? Отлично, блядь. Меня вернули, и все. Тебя тупо, блядь. Покинь так тупо. Я переверну. Держим, держим, держим. Я птицу убил. Ожидание реальность. А может вы как-нибудь тупо, ну, мне покажете, блядь, я просто там, блядь. Я там, конечно, понимаю, командор хуйня там, блядь, незвание, типа, но все равно же. А чё там делать? Все, короче, Тони Пи, да? Да? А ну да. Заново, заново. А заново? Тони, ну тогда идите, дайте мне сесть. Идите. Тихо! Давай. Не-не-не, а, Зевс, ну давай, давай, я сяду. А нет, не я не сяду, не я сяду. Все отлично. А, отлично. Ты можешь это что тебе? Я, сука, Тони, если это ты на нем, кстати. Мне этот. Мне этот фрапс заливать, сука, в этот, в отчет, блин. А вы фрапс? Давайте, давайте. Что давайте. Мы фрапсим? Мне надо. Фрапс. А, да все, за... Зевс есть, похуй на него есть. А за помощь нас... Едем это, назад, нас... назад, к забору, к тому, откуда начинали. И потом уже по... И будет весь аэропорт наш. Вы скажите Дайки, что весь завозка не мешает. И подрезайте. Весь аэропорт синий. Да. Синий аэропорт, пацаны, голубой. Голубой аэропорт. Зевс, дай ему руль, я хочу сам лично этого существа схватить, чтобы он не уебал свой лидер. Всем покажу, кто здесь вообще лидер, блядь. Фракция. Чё, готово, пацан? Давай, пизду, стартуй, блядь. Стартуем. Давайте, нахуй. Стартуй, блядь. Пизда ему, нахуй. Так, мне дайте вперед его, блядь. Попку его, нахуй. На тебе. Давай в жопу его долби, блядь, нахуй первую, блядь. Блин, дайте, ну ты... Ебашьте его, нахуй, дай. Два, три, четыре, отлично, пять, зажали, машин. Зажимаем его нахуй в коробку. Зажимайте. Пять машин не могут коробку зажать, ёбану. Он вырывается, вырывается. Блядь, все, он не уедет там. Дырочку, что, блядь? Дырочку. Пять машин. Все, я его держу, я его держу. Все, отлично. Будь здоров. Все, он арестован, блядь. Застрял. Юля застрял. Давайте заново. Клименко, как дела? Заново. Вытащите меня. Еще один разок. Еще один в глазок. Кому там вытащить кого? Да все, все, машина пропала. Машина тут вообще-то. Кирилл, можешь, пожалуйста, мне дать машину? Все, тебе вытащили машину, бери. Да, Кирилл, можешь мне любую дать? Кирилл, не выдавай ему ничто. Меня фрапс идёт. Кирилл, дай, пожалуйста, тачку. Хватит, он танк взял. Я не буду танк в коробочку. Если он в нас врежется в кого-нибудь, мы сразу же взрываемся, это я вам сразу говорю. Кирилл. Можете даже не рисковать, не пробовать. Кирилл, дай мне тачку. Только по тройке просрёте. Дай мне тачку, пожалуйста. Торги, да. Тачку. Давайте. В коробочку его сделаем. Я не могу в этом ехать. Ты мне пробку. Да Ики спиздил там. Я гикнул за подозрением хитерости. Вот ты чё. Вот этого в коробочку. Это Валер. Всё, не трогайте вот это. Подожди, не надо его в коробочку, это восьмерка ФБР, не надо его в коробочку. Давай, иди такой. Да оставьте его нахуй в покое, блядь. Ты чё делаешь? Кто стреляет по нему? Дайте аутист. А он, дайте еще и меня сбивал, я на мотоке был. Да блин, Ян. Дайте, чё ты творишь, блять, у нас минус Дайте, похуй. Ян, что? О, капсом пишет, мут ему выдайте кто-нибудь, он капсом пишет. Он в капсом пишет.
Кирилл, выдай ему мут, он капсом пишет. По капсам написал, нельзя хоть 20 минут мут пишет. А, кстати, мы ПРП не знаем, кстати, кто он вообще. Кто такой сейчас ФБ? Можно зареспаунить? 43-й ID зареспаун, пожалуйста. 45. Респаун 43. 45 зареспаун. Кирилл, что там с антивлапом? А ты что, не переоделся? На исходную едем все. А стоп, через минуту смена заканчивается? Да. Как раз я только прибежал в участок. После этого. На исходную двигатели глушим, дабы бензин не расход. У меня 6% бензина, ребят. Можете кто-то конец сказать. А сейчас кто у нас палит? А после окончания смены баллы считаются? Да. Слушайте, может, а что, что это у нас за какой-то Пупкин Александр в этом? Эхо меня, эхо меня. Ребят, дайте кто-нибудь, пожалуйста, канистру. У меня 6% бензина. Рил, 43. Рил, 43. Сейчас. Дай машину, пожалуйста. А, ты тоже 6%, найс. Сейчас, я встречу такой вот. О, вот это иди. А, тут тоже 0%, найс. На исходную садимся быстрее. А у нас повсюду бенз покачался, ребят. Блять, надо бенз. Ладно, вот отсюда начинаем. Такси, такси. Давайте все на ближайшую АЗ заедем и все. У меня канистры есть. У Тараса была канистра. Тупо гляньте строй какой ровный, это капец. Моя школа. Там одна машина вообще без никого стоит. Таим, пацаны, так не разъезжаемся, не разъезжаем сейчас скрининг. Пацаны, я на ближайшую АЗС еще. У меня топа 5%, я не доеду никуда. Не заправляйте дайки. Ну что, начинаем? СФПД, что у вас такое написано? Ну, вот так. Значит. Саня, Саня, ты тут? Кирилл, ты здесь? Сань! 742, можно ты пахнуть? Я просто вылетел ко всем. О, чё, кто меня знает? А, Саня Вайдер, это ты? Да. А, ты куда сейчас едешь? Сино. А, меня забери. Джек, будь добр, этот... заправить машину нам, кому там, кого нет, у меня просто 29%. У меня 2%. Побежал пешком. У меня 2%, я уже на АЗС-ке заправляюсь. Сань, ты где? Пол казино, поднялся вверх, хорошо. А, я вижу, вижу, вижу. Ты со мной? Да, да, да. Сколько у тебя было? 98 тысяч, на одинка монеток хватит, пошли. Ну, сыграешь? Не, я с тобой не буду играть, я меня ограбил в прошлый раз на 2000 монеток. Я сейчас буду играть, у меня 800 осталось. Пацаны, чего у меня фулл бензин, я иду к вам. Я мы машину возьму, Богдан. Арендуем. Пошли в ЛС, жди секунду, дайте я в ЛС наберу. Пока бегу за машиной. Так, Саня Вайдер. Ну, начинаем? Да, да, да. Погнали. Один. Один. А дайте мне разгон дать. Давай. Не набирай, мне выносить. Не, разгон. Не, пусть разгон. Не, стой, 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 стой. Короче, он едет до СФПД, нам надо его поймать. Стоим сейчас, пусть он отъедет. Все, едем за ним. Да не, мне не нужен разгон. Мне не нужен разгон. Оно ТТшное. Короче, нам, если он до СФПД доедет, то мы проиграем. Я была звоню за эти. Если он до СФПД доезжает, то мы проиграли. Его надо любыми способами, короче, схватить. Да, а если не доезжает, мы получаем премию. Нет, если он не доезжает, то молодцы, и тренировка закончится. А он не доедет. Он совсем не доедет.
Не, если только ГГМ у него там на каре нет. О, пацаны, подрезал. Кто у нас любит админ побаловаться. Давайте в коробку его жмите. Давайте, давайте, в коробку, коробку. Сука. Едем, едем за ним. Сука, у него ГМ карт стоит, там. Ну-ка, сейчас я ему кое-что сейчас сделаю подарок. Олег, не подрезай. Ебать, она у него тутышная, бля, я. Я прям знак влупил. Все, сейчас он. Ой-ой-ой. Ну что, по-моему, ментовская машина там вверху. Че вы творите, не меня тараньте, а ебать. Спасибо, у меня. Стоп, 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 остановите машину возле меня кто-нибудь. Дайте руль, кто это? Руль дай, руль это, дай. Это такси 260. Руль дай. Потеряли. Руль дай. А, вот, вижу такси. Езжайте за ним, продолжаем. Эти, кто офицеры со мной сидят, может стрелять по колесам только. О, я его подрезал, я его развернул, пацаны. А давай. Смысл у него ГМК? А, ну да, можете не стрелять. Ну, чтобы его застопить. А, блин, точно. А его надо... Короче, самое... До моста его доводите и в воду его нахер скидывайте. Это будет самый легкий способ. Вы знаете, что вы мне помогаете? Я бы сейчас перевернулся. Посмотри на мини-карту. Оо. Сейчас, пацаны, я влечу, подожди. Пацаны, почти зажали, где еще машина? Да и блин, меня откидывают. Стайл это. Я не люблю спорт этот. Хватит друг друга подрезать. Да, друг друга не трожьте. Только его исключите. Эксцессив! Зареспал меня! Зареспал меня! Быстро на рейд. Сори. Давайте просто с обед. Давайте быстро на субед съедем. Все.